Лидия Александровна, это мой подарок тебе к 35-летию. С днем рождения, сестренка. Толик жених. Мужик, во, а то у тебя скоро срок годности выйдет. Давай вместе с тобой начнем жить, вместе просыпаться по утрам. Котенка-то выбросить жалко, а тут муж. Вот если мне его кому-нибудь в хорошие руки пристроить, моя совесть была бы чиста. Ой, извините, я такая растяпа. Нет, бывает. Меня номинировали на международную премию, а жена еще не в курсе, что сюрприз сделался. Я вам помогу с готовкой, уборкой посуды на вас. Ира. Кстати, Лида, тебе муж не нужен? Можешь прямо сейчас мы его забирать. Что? Я встретила другого мужчину. А что же там такое? А это для суставов полезно. За клуб профессиональных неудачников. Сейчас, Женя, работаем. Если ты сейчас съедешь, то все наши вчерашние усилия пойдут прахом. У меня есть, если честно, шкурный интерес. Благотворительный Толик. Ну вот и не надо больше предлагать мою девушку разным мужчинам. Ты зачем пришла? За своим мужем. Я тебе Сергея не отдам. Ты что, берега попутала? Ай, вау. Потому что это война. Тогда по рукам. Партнер. Партнер. Спасибо тебе за подарок. Это был самый лучший подарок на мой день рождения.